все родом из детства. Все, что у нас в детстве происходит, отражается на всю нашу судьбу. Дети, которых любили, они никогда не будут терпеть насилие. Дочери, которых любят и которым говорят, всегда есть место для тебя здесь. Что бы ни случилось, ты можешь вернуться. Такую девочку никто никогда не обидит, потому что она знает, что за нее горой стоят родители. И она не будет терпеть насилие. А дочь, которой говорят, ушла и ушла, все, забудь дорогу обратно. Она будет терпеть всякие терзания, потому что она знает, что ей некуда идти. Она никому не нужна. Она все будет выносить. Потом будет вымещать это на своих детях, и будет несчастное поколение. Любите своих детей. Относитесь к ним как к равным, не стирая грани дозволенности, но в любом случае как личностям. И всегда говорите, что они имеют право на ошибку. И что бы ни случилось, вы с ними рядом. Даже если весь мир будет против них. Это нужно. Чем больше ты даешь право своему ребенку ошибаться, тем меньше он ошибается.